Я согласен. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готов. Точность рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Наставления твои я припомню сперва. Прекрасно! Превосходная рифма и подходящий размер. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань, поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный ответ! Я назвал тебя глупым, ты отразил выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Ученик твой тебя превзойдет, уж поверь. Прекрасно, да! Твой ответ разит на повал. Твой флютинг хорош и достоин похвал. Твой стих как топор и разит на повал. Спасибо, Альвис. Я запомню твой урок. Никто не хочет выпить со мной. Ладно. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше одного рога? Gamla Galdasari verkja. Hann burði aldrei Надеешься выпить столько же, сколько я? В жилах мед, как у Одина. Славно выпито. Сделано, как пить дать. Эй, никто не хочет выпить со мной. Ладно, Текла, я тебя перепью. Выпьем, друзья, и повеселим богов! Эй, никто не хочет выпить со мной! Выпьем!
и повеселим богов! Привет. Покупай смело, есть еще. Такого у меня много. Могу принести еще. О, спасибо тебе. Больше ничего? Мне пора. Увидимся. Никто не хочет выпить со мной. Чтобы этот край процветал, кто хочет послушать сагу? Кому рассказать о деяниях богов? Войны были всегда, даже между богами. Когда Мидгард был... Эйвор, с возвращением. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе, но впредь приноси мне слитки сам. Я не могу делать их из воздуха. Все сделано. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще. Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, и я бодр. Но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышал. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? Пять недель. Пять прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннар.
Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучше. На меньшее я не согласен. Пока это все. Приходи еще. Эй, не дашь ли совет, где здесь лучше охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Свенд, придумал новые рисунки? Да, есть чем похвастать. Дай-ка посмотреть. Смотри!
Тебе нужно что-то еще? Дай-ка посмотреть. Смотри! Вот так? Еще что-нибудь? До встречи, Свент. Ладно. Туве, что, променяла иглу на стрелы? Эйвор, научишь меня стрелять из лука? С удовольствием. Видишь, как я стою? Расставь ноги, но не шире плеч, и упрись покрепче. Оттягивай тетиву, сделай вдох. Найди точку, куда нужно попасть. Представь, как стрела пробивает ее и летит дальше. Выдохни и пускай стрелу. Спасибо, Эйвор. У меня есть кое-что для тебя. Видишь? Точно в цель.
Спасибо, Эйвор. Я могу сочинить для тебя татуировку, например, чтобы украсить твой шрам. Спасибо, но я хочу, чтобы шрам был виден. Я не хотела обидеть. Если вдруг захочешь, рисунок будет твой. Боже, ты умеешь играть в кости. Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой? Тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Thank you.
Значит, Эйвент просто-напросто спит. Кое-что проясняется. Эйвент, проснись, иначе тебе грозит изгнание. Надо не спать. Они могут быть рядом. Он что, ходит во сне? Они повсюду. Если мы погибнем, умрут все. Нельзя спать. Надо ждать их прихода. Эйвент, проснись! Ты сейчас упадешь! Хочет спуститься по веревке? Может, буря? Эйвент, Эйвент, спокойно. Ты заснул. Нет. Я летел по воздуху. Причем во сне. Пробуждение не из приятных, но хоть жив остался. И давно ты бродишь во сне? С тех пор, как я здесь. Когда ложусь спать, тревожусь, что на нас нападут. А когда я в дозоре, сон берет свое. Только глупец может лишать себя отдыха. Ты не высыпаешься, а одна тревога делу не поможет. В твоих словах звучит мудрость Одина, Эйвор. Подумаю над ними, когда лягу спать. Думай, когда ты в дозоре, а когда лежишь спать, спи. Но сейчас вернись на заставу, пока еще не поздно. Иди. Thank you.
Песни мира можно слышать лишь в тишине. Амурам. Амурам. Свала. Это хвала и приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же, великий Один и Фрейя. Благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Что привело тебя ко мне? Я пришел за советом. Для себя, а не для клана. Подойди. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь, ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь рассказывай ты. Мне было видение. Очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода, но... Расскажи мне. Спустя 17 лет я вновь нашел отцовский топор. Когда я коснулся его, я увидел... Там выл волк, свирепый зверь. Потом явился он, седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня за собой. А, высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. Я быстро управлюсь. Что ты варишь? Зелье, чтобы отпустить твою хук и распутать мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься в мир грез. Грезы иногда сбивают с толку. Но постарайся все запомнить. Пей. Если хочешь проникнуть в суть. Никаких видений. Ничего. Хави! Хави! Я оказался среди мертвых. Сигурд. Сигурд. Брат мой, когда ты прибыл? Пути нет, Хави! Все предрешено! Сигурд!
случилось? Это не для тебя, Хави. Спокойно, Эйвор. Это я, Валка. Я здесь. Боги, я думал, что случилось. Расскажи мне все. И я взбирался на вершину горы вслед за волком, и там бушевала снежная буря. Угу. Там был Один, а норны пряли нити судьбы и наблюдали. Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь, твой путь, что ждет впереди и чем кончится. Мне показалось, что волк звал меня, как будто хотел, чтобы я шел за ним. Ты брат волка. И будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Я видел врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добрался до вершины горы? Добрался. Там был Сигурд. Он был ранен и лишился правой руки. Потом появился ужасный волк размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулся. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет! Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно!